Всем привет! Любители FixPrice и завсегдатаи этого магазина наверняка уже знают, что FixPrice поднимают цены. На такой не очень радостной ноте мы начинаем сегодняшний обзор новой коллекции кухонных принадлежностей, которая поступила в FixPrice. Начнем мы с овощечистки. Она выдержана в стиле всей коллекции, которая пришла. Имеет мраморную белую ручку, в других цветах я не нашла. Вся коллекция выдержана в трех цветах. Цвет морской волны с прожилками, с белыми, белый с серыми прожилками и серый с темно-серыми прожилками. Силиконовые щипцы кухонные на металлическом каркасе, очень удобные. Советую присмотреться к ним, потому что они действительно удобные, классные и долговечные. Имеют два режима раскрытия. Производитель Китай. Состав нержавеющая сталь, термопластичная резина и силикон. Открывалка для консервных банок. Банок с закатанными крышками. Цвета ручек вы видите. Темная, серая с прожилками, бирюзовая и белая еще есть с прожилками. Это, наверное, самые долговечные открывалки, по типу советских сделаны, состав нержавеющая сталь и полипропилен. В таком же стиле сделаны ножи для пиццы. Ручки идентичные, пластиковые, держать удобно, качество нормальное. Производитель Китай. Не знаю, конечно, насколько они острые и насколько пользоваться ими удобно. Я знаю, что для меня нож для пиццы оказался самой бесполезной покупкой для кухни, потому что резали им пиццу ровно один раз после покупки, теперь он валяется никому не нужный. Венчик для взбивания. Длина 27 см, производитель Китай. Ручки из полиуретана. Сам венчик металлический, сделан качественно. Легкий, аккуратный, симпатичный. Есть еще белые ручки с серыми прожилками. Кухонные лопатки для перемешивания и переворачивания пищи. Форма лопаток удобная, изгиб тоже у той, которая вот с дырочками. Судя по составу, лопатки должны быть термоустойчивые. Если вы уже купили и пробовали ими пользоваться, напишите в комментариях. Также на лопатках имеется упор, который фиксирует лопатку на столешнице в определенном положении. Кулинарная силиконовая кисточка от фирмы Kitchen. Также они имеются в трех расцветках, как и остальная коллекция. Кисточки обыкновенные, внутри уплотнитель из углеродистой стали, ручка не гнется. Хорошие кисточки. Половник. Состав нержавеющая сталь, нейлон. Обычный половник, ничего в нем особенного, кроме упора такого же, как на лопатках. Кстати, ручки на лопатках и на половниках оклеены какой-то бумагой, типа самоклейки, что мне не очень понравилось. Овощечистка, она тоже выполнена в стиле всей коллекции. Единственное, что в наш магазин привезли только с белыми рукоятками. С другого цвета рукоятками я не нашла. Лезвие керамическое, обычная овощечистка. И кухонные ножи в поддержку всей коллекции. 19,5 см длина ножа. Лезвие не очень длинное. Длина его 8,5 сантиметров. Нож подойдет как для чистки, так и для нарезки овощей и фруктов, колбасы, каких-то еще других продуктов, сыра. Продолжают поступать товары к Дню Святого Валентина. Привезли вот таких симпатичных медведей в трех цветах: бежевый, коричневый и серый. Медвежонок этот держит в руках шарик воздушный в виде сердечка с надписью «Я люблю тебя». Стоит такой медвежонок 199 рублей. Симпатичный, приятный на ощупь. Рекомендую. Свиши, игрушки мялки,
Стоят они по 77 рублей. Вот такие забавные животные. Главная их задача – снять стресс. Опрыскиватель на 1 литр за 55 рублей. В этот раз привезли какие-то интересные опрыскиватели. Мне они чем-то напомнили фаберликовские. Мне кажется, не очень удобно будет им пользоваться в силу того, что очень маленькая ручка и сама бутылка такая, знаете, не пол-литровая, даже а литр, она будет достаточно тяжелая. Но это мое личное мнение. Мне больше подходят вот такие вот. Их удобнее держать, удобнее эту ручку нажимать. Стоят они тоже 55 рублей. Новые контейнеры для косметики и кистей по 149 рублей. В дизайне, который сейчас у большинства контейнеров, с золотыми и серебряными блестками. Вот такой симпатичной формы они сделаны. Очень интересная форма. И если бы у меня были бы контейнеры с блестками, я бы себе не удержалась бы, все равно бы его купила. Но у меня простые, поэтому я прохожу мимо. И вот такие квадратные еще привезли. Стоят они тоже 149 рублей. Это контейнеры прямоугольной формы, имеют три отделения, закрываются крышкой. Подвесная декорация «Романтик». Сделана она из дерева и джута. Изготовитель Китай. Представлена в нескольких расцветках. Очень симпатичная, кстати, декорация. И сейчас она продается по акции. Стоит всего 50 рублей. Набор декоративных наклеек «Сердца». Это наклеечки в виде сердечек, посередине у них липкая полоска, и приклеивая это сердечко, вы можете придать ему форму более или менее, так скажем, объемную. В продаже есть в нескольких цветах: розовый, такой пастельно-розовый и красный. Кружки с крышкой и ложкой. Мы с вами, как всегда, воспользуемся открытой коробочкой и посмотрим, что же находится внутри. Стоит такая кружка с крышкой и ложкой 199 рублей. Внутри находится довольно милая кружка, очень удобной формы, ложечка и крышка. Именно у этой кружки с пандой ложка почему-то не вынимается из крышки. Я не знаю, каким образом ее вообще туда поместили, потому что ни ложка не проходит в дырочку, ни голова этой панды. А так пользоваться, мне кажется, неудобно, когда ложка все время связана с крышкой. На других кружечках эта проблема присутствует немного в меньшей степени. Новая гирлянда сердечки. Длина этой гирлянды целых 3 метра. Сердечек достаточно много на этой гирлянде. Двух цветов. Либо бежевые и розовые, либо сиреневые и розовые, либо красные и белые. Гирлянда эта работает от 3 пальчиковых батареек. Я думаю, что она будет достаточно интересно смотреться. Если кто-то пробовал уже, пишите в комментарии. А вообще фикс-прайс завалила сердцами настолько, что даже губки для тела пришли в форме сердец. Губки достаточно большого размера. Я так думаю, что почти с раскрытую ладонь. Объемные, хорошего качества. Одна губочка в наборе красная, другая голубая. Все наборы одинакового цвета. Подарочные мешочки. В различных цветах, модель у всех одна, цвета отличаются. Украшен мешочек бечевкой и сердечком. Размер где-то с ладонь, может быть чуть меньше. Симпатичный мешочек, приятный на ощупь,